Всем привет, это канал Агродвиж. Сегодня 12 мая, и я нахожусь не в теплице, а в открытом поле, на котором растет сладкая кукуруза. Да, вот по левую руку от меня, вот видно, там где-то вдалеке движется трактор, растет среди всевозможной в мире растительности, всевозможных сорняков, растет сладкая кукуруза, которую необходимо спасать от засоренности. Сейчас проходит опрыскивание кукурузы гербицидом Стеллар. Фаза развития растений 5-6 настоящих листьев. Да, наверное, настоящих, как там правильно считать, в кукурузе, нужно еще разобраться. И вносим 1,25 литра гербицида Стеллар. Норма вылива рабочего раствора 300 литров на гектар. Хотел сказать еще, что во время посева было внесено 100 кг НПК с посевом в ряды. И перед посевной культивацией мы внесли сульфат аммония 100 кг на гектар. То есть почва хорошо заряжена, у нас идут дожди. Можно получить хороший урожай, осталось только спасти поле от сорняков. Вот приближается трактор, там где с помощью которого идет обработка гербицидом Стеллар. Вот, если присмотреться, все-таки ряды видно. Вот ряд, да, видно. Предшественник, как видно, очень хорошо. Даже можно сказать, не предшественник, а основная культура. Здесь подсолнечник. Падалично очень много взошло. Но, несмотря на это, кукуруза сопротивляется и пытается расти. Ряды простреливаются, хотя хоть на 10 метров, но немножко видно. И с этого положения необходимо спасать растения. И было принято вносить гербицид. Вносим гербицид Стеллар. Стеллар с пролипателем. Вот. Норма расхода 1,25 литра на гектар. И водовылив рабочего раствора 300 литров на гектар. Сейчас у нас 6 часов вечера и идеальные условия для опрыскивания гербицидом. Вот здесь видно, как накрыл гербицид у нас наши сорняки. Напомню, что сорняками называют все растения, которые засоряют основную культуру. Здесь и бурьян, и семечко, вернее подсолнечник. Водовылив 300 литров. Стеллар 1,25 литра на гектар. Это максимальная доза, чтобы это поле в конечном счете было пригодно для дальнейшего возделывания. Так, и в какой фазе проходит обработка? Вот видно, да, и кукуруза тоже в каплях гербицида. Так, ну у нас на кукурузе, если это первый лист не считается, у нас 1, 2, 3, 4, 5 лист выходит. В фазе выхода 5 листа, если первый мы не считаем, то идет обработка сладкой кукурузы гербицидом. Вот такая у нас кукуруза. У нас уже 3 часа как прошел дождь, и необходимо провести обработку, и хотя бы чтобы часа 3-4 после обработки не было осадков. А через неделю появимся опять на этом участке, посмотрим, как сработал гербицид, и будем следить в дальнейшем за развитием кукурузы, как она будет себя показывать. Дальше
уточню, какие растут здесь гибриды или сорта, и будем снимать видео, видеоролики о выращивании сладкой кукурузы. Это у нас без полива и будет в дальнейшем на орошении. Всем удачи, всем хороших урожаев. Подписывайтесь на канал.